Так, прошу. Встаньте. Один я или... Да, один, один, да. Один. А, любую желтую карточку. Неловкий вопрос. Писали ли вы когда-нибудь на машинах надписи из серии «Помой» и серии «Помой меня»? Ну, подросткам, сейчас не сложно представить обязку, которую кто-то пишет. Сейчас. Нет, честно говоря, нет. Нет? Вот нет. А вообще были какие-то хулиганские поступки? Я срезал с машин катафоты. А когда катафоты – это такие светящиеся штуки, которые светоотражатели, когда в ночи едет машина, и если она без габаритов, то эти катафоты отражают. Это вот как там, в Америке это дороги. В питерское детство? Нет, да, нет, это было, нет, да? Это давно-давно, когда еще будучи школьником в городе Нижневартовск. Я был первоклашкой, и катафоты очень сильно ценились. Угу. Вот, срезать их было невероятно трудно. Потому что они действительно были на реальных машинах, там брезентовые или резиновые брызговики, а катафоты ценились, скажем так, один катафот, наверное, две банки сгущенки. Такая валюта. Да, 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 да. Но если учесть, что это 80-й год, 80-81, да, когда до города Нижневартовска, скажем так, мягко, не все продукты доезжали, а те, которые доезжали, не все были в том виде, пригодном для употребления. Поэтому то, что касается машин, то, наверное, да, срезание катафотов, я думаю, что мои ровесники вспомнят это очень рельефно. С подачи Гоши Куценко у нас такой эксклюзив от Каменского появился. Давайте Кэти, напоследочек мы ее, я постараюсь ее удержать. Спасибо. Вот, значит, Кэти не пойдет, я так понимаю, у нее каникул не будет. Надеемся, что она до каникул найдет хозяев, несмотря на свой такой... Она застенчивая просто, это хорошо, кстати. Она волнуется, кстати, да. Волнуется, сейчас мы ее отпустим. И вас мы тоже отпускаем, но ждем, беги. Ждем последние дни марта, еще раз, площадка. 28-29, дворец на Яузе. Поколение Маугли. Спасибо. Спасибо. Сейчас будем кошку водить. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».